Всем привет. Хотел поделиться вот чем. Случилась тут небольшая авария с Андрюхой. Сгорел двигатель. Вот. Просто, возможно, просто хочу многих, так сказать, уберечь от этой поломки. То есть вроде как у двигателей защита вот этих на фантомах. Это новые модели, они уже движков были чуть-чуть такие с поднятыми ребрами вот здесь вот на старых. Старые платы и старые движки. Чем они, можно сказать, лучше, чем хуже? Ну, чем лучше, не знаю. Вот, вроде, по идее, они должны быть с защитой тем, что они блокируются. То есть, если что-то вдруг, двигатель просто отключается, когда цепляется, не крутится. Ну, мне произошло так, что он сгорел и крутился, заклинен. То есть, он вот заклиненный. Это я уже руками сорвал его. Вот, но перед этим присутствовало вот что. То есть, он нагрелся до такой температуры, что аж расплавил лучи квадрокоптера. То есть я сейчас покажу. Вот тут чуть-чуть это место. Это я уже припаял новый двигатель. Вот. То есть вот что здесь. Это уже новый двигатель припаян. Вот. А то, что здесь случилось, вот буквально можно посмотреть. То есть луч фактически, ну, можно что-то наколхозить. Ну, фактически менять корпус, наверное, если для себя. Вот. Ну и луч там вот внутри тоже видно. Поплавился. Перекос небольшой и заклинил. Так вот. То есть регуляторы теперь на новой плате находятся. То есть самой плате. Раньше были здесь отдельная платка, регуляторы. Вот. Теперь, вот почему я говорю, чем старые движки, платы лучше, чем хуже новые. То есть для меня, я выяснил, мне повезло, что сгорел двигатель, не сгорел регулятор на плате. Если сгорит регулятор в плате, то плату можно выбросить. То есть он не чинится. А предыдущая версия плат, там в интернете можно найти, не будем сейчас углубляться насчет моделей этих номеров, то регулятор просто можно было заменить, он вот здесь останавливался. Также перепаять и все. И плата оставалась целенькая. То есть смысл такой, что DJI просто чисто маркетингом занимается. Просто снимает бабки. Теперь, если что-то здесь, в принципе, это уже починить ничего не получится, если что-то сгорит, то придется покупать плату целиком. Вот. То есть я к чему? Если вы купили квадрокоптер, ну не знаю, или деньги печатаете, чисто для съемок, просто вот для хобби, но учтите, что поломка его выйдет, наверное, почти что отремонтировать дорогую иномарку. Вот. Если заниматься там съемкой фасадов, свадеб, то да, его можно за неделю отбить, как говорится, цену этого квадрика. Вот. И то есть в чем суть? То есть плата стоит порядка, ну, 27 тысяч, ближе к 30 рублей. Вот это вот основная плата, которая установлены регуляторы. Вот видите, теперь двигатель просто к плате напрямую идет. Ну вот, двигатель сам стоит недорого. Там 1300-1400 рублей. Ну, то есть ничего такого. А вот сама плата уже тридцаточку. То есть купили коптер, сгорел плату, купили плату еще. А вот. Ну, корпус стоит где-то 4000, можно на Алиэкспрессе найти новенький.
Вот. Такие вот, может быть, кому-то это пригодится. То есть сам пульт управления тоже стоит под 30 тысяч. Камера. Это я говорю по отдельности, что запчасти. То есть часто камеры из строя выходят или подвес. Вот. То есть камера стоит 40 тысяч рублей. Вот такие вот дела. Плата подвеса тоже там. GPS-приемник, который вот здесь вот находится. Вот он. Под крышку. Вот я почему крышка пристегнута просто. Не стал снимать. Вот такие вещи. Так что будьте внимательны. И это он у меня не падал. Просто сгорел двигатель. То есть каждый крэш может быть стоит денег. Фактически это летающий Мерседес. Вот. И выгоднее его, в принципе, если продавать, то по запчастям. Если вот так вот столкнуться. Просто я посмотрел, сколько это все стоит. То есть выгоднее разобрать и продать все по отдельности. То есть еще можно остаться, как говорится, в наваре. Вот. Чем мне не очень понравилось. Это такие ремонты. Вот. И вот они, новые двигатели какие. Сейчас на последних Фантомах 3. Вот. По-моему, нет у них никакой блокировки здесь. Не знаю. Теперь это все просто выходит из строя, покупается новое. Все, нет никакой защиты. Вот так вот. То есть что-то намотается сюда, заклинит и сгорит. То, что вот у меня произошло. Вот что я узнал. Так что будьте внимательны. В общем, плюс этих новых моторчиков на Фантомах 3 только один. Они тише работают. Не такой шум. Предыдущие громче работают. Жужжали, как говорится. Работа была слишком очень сильно. Вот эти работают тише. Вот и весь плюс в этих моторчиков. Ну, моделька, номер я вот здесь поставлю. Вот и все, чем я хотел поделиться. Так что я не знаю, четвертый чем лучше. Вот. Но то, что я смотрю, что модернизация идет не в лучшую сторону. Вот так вот. Всем удачи. Берегите свои игрушки. Ну и вот результат. Покупка нового корпуса. И, кстати, вот он. Номерочек платы. Какой он подходит. Ну, вот. Этот корпус для Фантома 3. То есть для версии Advanced и Professional. Всем пока.